Чувашская сказка «Красавица Плаги». У одного мужика было три сына. Старшие сыновья были женаты, а младший Иван – холост. Пришла пора женить и младшего сына. Для него отец выбрал самую, что ни на есть, красивую в деревне девушку Плаги. «Нравится тебе Плаги?» – спросил он сына. «Нравится-то нравится, да говорят уж больно лениво», – ответил Иван. «Только и делает, что глядится в зеркало, любуется собой». «Ничего, сынок, научим ее работать», — сказал отец. Женился Иван на красавице Плаге. Справили честь по чести свадьбу. Живут молодые день, неделю, две недели. Иван вместе с братьями работает. Не сидят сложа руки и старшие невестки. Только красавица Плаги ничего не делает. Выйдет в сад, сядет в тенек, да и посиживает. Однажды вечером, когда все вернулись с работы и сели ужинать, отец спрашивает: «Сыновья, вы чем нынче занимались?» «Поникорчевали», — отвечают те. «А вы, невестки, что делали?» «Мы пололи картошку», — говорят старшие снохи. «А ты чем была занята, голубушка?» — спрашивает свекру младшей невестки. «В саду под яблоней сидела». Отец налил сыновьям и старшим невесткам по мешке супа, положил по куску хлеба и мяса. Младшей невестке налил миску супа, положил рядом с миской ложку и все. Похлебала красавица Плаги жиденькие похлебочки. На том ужин ее и закончился. Утром опять все ушли на работу. Одна Плаги осталась дома. Осталась и задумалась. Неработающих здесь не кормят. Может, чем-нибудь мне тоже заняться? Подумала так и прибрала в доме, пол вымыла. Вечером за столом отец опять спрашивает: «Что сыновья нынче делали?» «Пни корчевали», — отвечают те. «А вы чем занимались?» — спросил отец у старших невесток. «Пололи», — ответили они. «А ты, Плаги, что поделывала? Опять в холодке под яблоней сидела?» «Нет, я убиралась по дому, пыль вытерла, пол вымыла», — сказала Плаги. На этот раз свекор налил невестке супу и положил кусочек хлеба. Ест Плаги этот кусочек и думает: «Выходит, в этом доме кормят лучше того, кто лучше работает. Пойду-ка завтра и я полоть картошку». Так и сделала. Наутро встала вместе со старшими снохами и вместе же с ними до самого вечера полола. За ужином свекор опять допытывается: «Каким делом сынки нынче занимались?» «Пни докорчевывали». «А вы, старшие невестки, пололи». «А ты, наша красавица», — дошел черед до Плаги. «И я нынче полола», — ответила Плаги. А одна из старших невесток прибавила: «Она сегодня работала проворнее нас. Мы едва за ней успевали». И в этот раз отец положил перед Плаги вдоволь и хлеба, и мяса. Так красивая Плаги научилась работать.